вечный огонь и стоят дежурные. Кто они? Караул. Караул. Почетный караул, да, стоит. Очень красивое действие, когда идет смена караула. Но когда она будет, мы не знаем. Мы пошли на Красную площадь. И мы идем на Красную площадь. Ксюша! Давай так это, типа, иди за мной, Ксюша, руку. Смотри. Следуй за мной. И народу столько. Утром мы были, никого не было. А сейчас народ проснулся, и очень много. Ну, это туристы, конечно, очень много приехало туристов. И мы сейчас пойдем на Красную площадь. Все туристы, и мы туристы. Памятник полководцу Жукову. А мы идем вперед. Ксюша какую-то карусель хочет посмотреть. Хотя Красная площадь направо уходит. Тоже вот вход туда, на Красную площадь. Мы сейчас вперед немножко пройдем. И потом сюда вернемся. В общем, карусель закрыта, куда Ксюша хотела. А с чего ты решила, что она закрыта? Ну да, там. По сторонам закрыта. Да. Лошадки, там лошадки нет. Да. И мы пошли на Красную площадь. Пойдемте прогуляемся с нами. Вот мы идем. Ой, какая брусчатка. Это, ну, брусчатка, старинная брусчатка. Раньше именно так и называли. Ой, грязно как, капец. На Красной площади столько бумаги. Это что? По всей Москве пока гуляли, не было такого. Да, и ряженые уже пошли. Там Путин сидел. Тут Иван Грозный, наверное. Смотрите, как красиво. Ой, храм красивый очень. А здания какие. Вообще, вон Кремль. Пожалуйста. Что, ребят, мы находимся на самой Красной площади. Это не ниже. Я ощутила. Ощутила. Я признала, свою ошибку. Свои слова обратно. Там мавзолей. Дальше башни Кремля. Стрелки, которые отбивают каждый раз Новый год. Ой, красивое такое здание вообще. Очень красивый храм, конечно, великолепно. Брусчатка такая старинная. Ксюша счастлива. Представляете, сколько раз вы попадали на фотографии других людей? Как много вас у кого-то. Это на есть, фоне, да. Да. Кстати, да. Да не подходи ты ближе, ты во весь экран становишься. Я ее отхожу, она близко подходит. В общем, Ксюша все, как говорит, свою миссию выполнила. Все, что от нее зависело, сделала. И сейчас ходит счастливая, довольная. Я говорю, все, расслабься и наслаждайся прогулкой, путешествием. Мы будем сейчас очень долго гулять. Это охрана. Кстати, мавзолей не работает. Люди сидят кругом на асфальте. Они кругом сидят. Что происходит? Что такое? Люди снуют туда-сюда. Да. Как здорово. Происходит полное вакханалие. Да что это такое? О боже. Ну, в принципе, мы подошли до конца Красной площади. Там уже видна Москва. Стены Кремля уходят. Смотрите, какая башня красивая. И старинные вход в ворота. И у нас портится погода. Сейчас Ксюша ноет, хочет еще какую-то фотографию, одну из миллион. Вот видите, я должна сесть на брусчатку. А ты как? О боже, мои больные колени. А ты будешь стоять? Вертикально. Вертикально, чтобы был храм? Да. Все, мы переключаемся на фотографии. Куранты бьют. Нет, наверх. Да что ты, это Ксения пытается что-то отрегулировать там. И в результате мы прослушали сигнал. Здорово. Вот так же на Новый год мы слушаем. Бам-бам-бам. И Новый год пошел, отчет следующего года. Да куда ты? Посмотрите, как красиво. Вечером будет еще лучше. Да.
отойди подальше. Мы купили мороженое. Мороженое на Красной площади стоит по 100 рублей. Кореновка. Коровка из Кореновки. Все, мы пошли лакомиться. Гум. Старинный универмаг. Я здесь была лет 30 назад. Решили прогуляться. Нам срочно надо зарядку. Ксюша, все, батарейка уже села. У меня тоже остатки. И если мы сейчас не найдем, то все, снимать будет не на что. Смотрите, как красиво. Так, здорово. Сейчас Ксюша берет. Давай. Одна из моих слабостей – это часы. Обожаю часы. Это часы фирмы Шанель. И вот я смотрю на них и не вижу ничего такого особенного. Вообще абсолютно ничего. Не знаю. Я бы себе... что они сделаны из платины. Да, я бы себе такие не купила. Цены, кстати, не указываются. Прада мужские. Вот Прада, кстати, вообще обалденные. Вот особенно те, да. А? Белые. А, и... Рада, господи, да, а я белые Прада. Белые и черные, смотрите. Да, белые и черные, классные вообще. Сейчас не видно на камере, на самом деле они очень красивые. А я Прада. Дьявол носит Прада. А это Рада. Пошли, бегом искать зарядку, у нас разряжается телефон. Почему в нашем универмаге нет такой лестнички? А здесь даже один этаж. Эскалатор, поднимаемся на эскалаторе. Это мы все гуляем по ГУМу. Смотрите, как красиво. Это там первый этаж. Что? Что, Ксюш? Мостики такие, переходы. Как здесь здорово. Ух ты, батюшки. Офигеть. А что, настоящий? Еда. Бутафорская еда прям реально как настоящая. Так круто вообще. Помоги, товарищ, нам. Убери посуду сам. А здесь кефир на подносе. Класс. Здесь тоже. Смотри. Повар стоит и две официантки. Как живые прям. Так здорово. Как живые.